На земле, безжалостно маленькой, жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, но однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, каску выдали маленькую и маленькую по размеру шинель. Но когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы парня вырубить в полный рост.